со всех сторон подсказывают бойцам, что нужно бить. Конечно же, прекрасно знают это бойцы, что от того, насколько хорошо они будут бить, зависит результат боя. Оба бойца на земле. Опять Вова на фальшионе. Саша его вытаскивает. 5 секунд осталось. 4, 3, 2, брейк! Каждый удар, который достиг поражаемой зоны, приносит 1 очко. Бой продолжается, бойцы на середину. Поддержим, поддержим бойцов, зрители. Не бодайся! Не бодайся! Стоим! Время вышло, бойцы, полдва! Время вышло! Бойцы по местам. В этом бою по сумме 3 раундов со счетом 15-12 победу одержал Александр Музалов. Подсказать. Итак, зрители, вы готовы? Сюда, да. Вот отсюда, сюда. Бой! Нанес удар он в корпус ногой, добавил щитом, но Павел Шерстнев сумел справиться со всеми ударами. Противника, который, правда, отлично отстоял все его удары, отбился. Но прижимает его кристаллище Всеволод, наносит удары. Паша отбивается щитом, правда, вот пропускает в шлем. Это идет уже третий раунд. Оба бойца вот тяжелой весовой категории. То есть сами они весят килограмм 90. Плюс их доспехи весят под 30. Время боя вышло. Бойцы по углам. В этом бою со счетом 15-12 победу одержал Всеволод Власов, бояр. Аплодисменты! Дорогие друзья, во-первых, давайте приветствовать команды. Команда «Стая». Ваши земляки, все, ну как земляки, примерно, да, отсюда, с юга. Краснодар, Армавир, Волгоград, все города назвал. Аплодисменты. Ну и против них сегодня сражается отряд «Орда». Челябинск, набережные Челны, Саратов, Златоуст. Сейчас, внимание, первый раунд битвы дворов. Называется он «Бой за короля». Король встает в центр ристалища. Отряд «Орда» встает вокруг короля, лицом к противнику, спиной к королю. Задача отряда «Стая» — любым путем свалить короля. В круг, ребят, в круг. Не в линию, а именно в круг короля, вокруг короля. Бойцы готовы? Бойцы готовы? Вот, вот они, перемещения, забеги. Отлично, отлично демонстрируют. Два бойца в забег отправились из Орды. Встречают их там ребята из «Стаи». Есть первые падения. Кучумова. Король стоит, король стоит. Короля никто не атакует, не валит. А вот сейчас он сам, как говорится, открылся. А короля-то надо прикрывать. Орда, короля бьют. Сильно бьют короля. Итак, у нас
Четыре бойца стаи на ногах, пять бойцов орды на ногах. Так, Сева там свалил бойца из Волгограда. Продолжает получать удары. Прибегает к нему на помощь Макраев Тимур. Что ж, у нас осталось два бойца стаи против четверых бойцов и короля. Так, два бойца и пять бойцов противников. Можно все изменить. Один боец, стоп бой, одного не добиваем. Король остался на ногах. Первая победа отряда «Орда». Итак, следующий раунд. Так, госпитальер пытается свалить короля. Прибегает ему на помощь товарищ по отряду «Стая». Так, король удерживается, отправляя бойца Конга на ристалище. Как говорится, ходит король и думает, кого бы стукнуть. И попадает в цепкие лапы Тимура Макраева. Держит его хорошенько Тимур и, может быть, даже... Нет, зацепился за край ристалищика. Повержен, бой окончен. Король Орды здесь. Бой начали! Аккуратную кучу из человек сложили здесь бойцы. А королей атакуют. Не буду подсказывать, а то потом меня накажут. Четыре бойца из стаи. Дженин остался на ногах. По правилам, три в одного я не могу продолжать бой, поэтому в этом раунде победу одержала